Всем привет, это Евгений Брян, мы в Санкт-Петербурге и прямо сейчас мы направляемся на Панк-Генератор Фест. Это двухдневное марафон-панк мероприятие, которое изначально должно было проходить в лесу. Но по независящим от организаторов причинам перенесли в клуб «Ласточка». Сегодня заключительный второй день марафона. Выступают 4 группы, каждая в своем стиле. От ска-панка, хардкора до мелодик-панка, этакого Blink 182 конца 90-х и начала 2000-х. Я планирую сделать репортаж о том, как же проходят панк-фестивали в Санкт-Петербурге, с чем его едят, не съедят ли вас там, и как пели вы эксплойтов «Punk's not dead». Надеваем свои ботинки и чешем на концерт. Проверим, как отрабатывает звук. Идем на концерт. Надеюсь, там будет жарче, чем здесь. Потому что выйти мне не получилось. Сначала был ураган, а потом последовал дождь. Надеюсь, найдем его. Сам я там еще не был. Вход здесь? Смешно. Заходи, заходи. Привет. Сильно круто для меня. Боюсь, я потом не встану оттуда. Не, она знаете, на добрике был, на блоге был какой-то, заедись, как-то. Хорошо, хороший.
разнообразненько. Простите.
Wild Generator Fest. Это всегда очень круто. Спасибо Мише за то, что поддерживает всегда каждый день эту сцену. Последняя песня сегодня называется «Песня для мужиков», она называется «Люблю потных волосатых мужиков». Про диван, да? «Love Songs» называется. «Под одеялом с потным волосатым мужиком», да. Yeah.